Чуть-чуть оно подогревалось, мне чуть-чуть буквально. Я так помешивала их, потом ложечку. Чуть сейчас чуть он прям палец будет теплый. Я сначала одну, она начинает скатываться, как творог. Потом половинку еще добавить, и, наверное, будет, наверное, достаточно. Угу. Ну, по одну, наверное, пока. И потом размешиваю, пусть скатывается. Вот, это за веревочку, Оля, дергает. Это хорошо. Вот, видите, процент, он будет столовый. Ну, сейчас вот начнем. Ничего, ничего. Еще добавь. Пирожок и горшочек масла. Это неплохо, бабушка. Угу. Ну, как бы хватит. Во, пошло, пошло. Батька, покойте у нашей волк клац-клац. Ну, вот они, давай, наши уже руками. Волк клац-клац. Тяни, ну, забирай. Во. Прям руками начинаешь горячий, чуть передвинь. А давай эту выключи пока. Выключи, класс, делай. Бабушка. Выключи, потом включи. Если горячая, выключай, тебе руками надо делать. Угу. И руками прям скатываешь. Если мало, то еще добавь. Или хватит пока. Ну вот они, давай, комочки, давай, давай. Тяни. Ложку бери. Горячая прям сильно. Сказку в моем это перескажешь. Ну собирай в пол, тяни их, как резинку так. Можешь еще добавить? Подожди, добавь еще чуть-чуть, если ты видишь, что. Передвинь. А ну при чем здесь передвинь? Красиво погоди, пожалуйста. Растирку нашел от ревматизма. Выжрал его. Да нормально. Давай я. Делаешь, что ли? Ну, нормально, нормально. Во, давай, давай. Ну, тут еще можно. У меня вообще так сыворотка получилась. Давай еще чуть добавь. Уксуса? Да, да. У меня вообще сыворотка получилась. Или еще пройдет время. Еще чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Потому что у тебя получилось где-то чуть поменьше двух ложек. А я добавляла чуть-чуть. Все, все. Во. Вот, вот, видишь, побольше пошло. Вот оно, сгустки появились. Все. Ну, все, давай, убирай ложку. Руками. О, все, пошла сыворотка. И прям руками вот так тяни их, вот сформируют. Да, шарики наделаем, наверное, в этот раз. Там косички у нас были, а здесь шарики будут. Потяни, какую будем подавать форму. Если шариками, то... Ну, собери все в один ком. Все, все, собери полностью. А потом уже будем шарики делать. Угу. Ну, выключено все. Выключено. Все, все, все. Теперь нету. Есть? Только в воде надо. Они, когда в воде, они будут тянуться. Так не будут тянуться. Ну, что, в соли будем делать? Их туда сразу кидать, да, потом? Ну, ты давай, пожмяк, пожмяк, чтобы вода ушла. Потяни их. Но они когда в воде, там будут тянуться. А так в руках у тебя не будут. То есть их надо вот так вот вытягивать. Да, вытягивай, вытягивай так. Да, 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 да. То есть чтобы вода в сыворотке. Ну, как масло мы делаем, как творог, когда это воду выпускаем. Несколько раз сложи, вот так опять тяни. Да, да, да. Только так, чтобы половина там была. Потому что она в воде тянется. Вот это пластичнее, да? Да. Моя тоже была. Здесь вот чуть поменьше, наверное, все-таки. И вода, может, чуть погорячее. И вот в ту соленую прямо кинем. У нас уже та соленая вода. Что это? Чтобы структура была такая вот тянущая, надо их несколько раз складывать, как косичку. Перекрутить. Ну, так, пополам. Не, я пополам просто. Сейчас. Ну, знаю, чтобы структура была вот такая вот, как у этой. Да, вот так и опять тянешь. Это вот цик-цик.
Воду, воду. Она там горячая, горячая она будет. Лиса. Ну, в принципе, что нам? Попробуй на вкус, как оно по вкусу. То же самое. Да? Положи, наверное, шпану сейчас. Потом наделаем половинок этих. Можно включить, чтобы она мягче была. Еще раз включить. Она горячая. Чтобы она горячее стала. Знаешь, что я боюсь? Я боюсь, получится ли свежего молока, в общем. То есть, как бы, выйдет ли оно из свежего, с парного. Ведь это не парное. Вот это вот парное пополам. Вот когда оно уже не такое горячее, оно не так тянется. Оно затвердевает. Да все, наверное, надо в воду. Все? Я думаю, что так. Брать, Миша, или туда? Туда убрать, соленую воду. Сейчас я растяну еще. Чем больше волокон, тем он будет как вкуснее. Вот, вот этот вот, который не полный. Ну, у него вкус не такой. Ну, получается мало, конечно. Конечно. Поэтому он и дорогой. Ну, тянется хорошо. Посолился хоть? Еще рано. Соль он лучше становится. Угу. Ну что, вот так? Видите, да. Вот так и оставляю, да? Угу. Или в холодную воду? Какую? Нет, пускай в этой лежит еще с улицы. Остывает, да? Скушай, блинчик, скушай. Ну да, и сама возьми. Побольше. Грамм 150. О, Марки, руки как молодые в молоке. Помылись. А, сыворотки. Просто было очень горячо. Давай, я тебе. Ну, такая получается вкусняшка.